Это что такое? Пацаны, вы тоже в коробках? О, Глен! Пацаны! Кобяков? Где нас закрыли? По всей видимости, это какая-то картонная тюрьма. Да какая картонная тюрьма? Это просто коробка. У меня одна стенка просто непробиваемая. Дайте угадаю, это что, снова проделки клоуна? Парни! Здорово! Давно не виделись! Я попал. Так. Скучал! Ну, мы тоже, да. Угу. Никогда такого не было, и вот опять. Да, Кобяков? Ну, рассказывай, что ты уже придумал? Знаете, я смотрел столько роликов про картон. Вы реально его любите? Картонные коробки, картонные тюрьмы, космические базы. Но я знаю, чего у вас еще не было. Вы не выбирались из 100 слоев картона. Клоун, ты что, совсем? Гений? Чего? Офигеть, пацаны, посмотрите, как много картона сверху. Он капец какой твердый. Реально, походу, 100 слоев. Блин, как это разбить? Не спеши ты, Влад, не гони коней. Сперва я хочу поговорить со своими любимыми подписчиками. Помните, я вам обещал, что если вы будете ставить свои лайки, я буду придумывать нечто невероятное, новое, потрясающее, легендарное и интересное. И вот посмотрите, что может быть лучше. Ну, реально прикольно придумал. Обращайтесь к профессионалу. Так вот, дорогие подписчики, предлагаю вам продолжить играть в эту игру. Вы продолжаете ставить лайки, но я вам новую гениальную идею. Лайки — это, конечно, прекрасно, и согласен, так это работает. Когда вы ставите лайки, клоун тоже строит свои коробки в 2 раза быстрее. Ай, Влад, ты не льстишь. Но все-таки в этот раз я придумал нечто уникальное и новое. Раньше вы боролись за право всего лишь выйти из моих гениальных коробок, а теперь у нас будет настоящее соревнование с призами. У нас будет первое, второе и третье место. И маленький спойлер, я очень завидую первому месту. И вообще не завидую третьего. В этот раз вы делаете одинаковые челленджи. Тот, кто лучше всех выполнит челлендж, может первым выбрать один из 3 инструментов. Ему достанется самый лучший. Второе место выбирает второй. Ну а последнему месту достается самый отстой. Ну ты голова. Руки не распускать. Ладушки-шоколадушки, я пока пошел готовить первый челлендж. У вас есть минутка посидеть спокойно. Блин, ребята, зная клоуна, зная его челленджи, это будет как минимум грязно, потому что в последнем ролике он Гленту борщ на голову вылил. Вы вообще слышали? За первое место дают приз. Я буду долбить эту стену, пока не выберусь первым. Целых 100 слоев картона. Пацаны, вы вообще понимаете, насколько это тяжело? Подписчики, просто представьте, вы берете 2 листа картона, пробуйте его порвать, и это практически невозможно. А здесь целых 100 листов. Да, пока у меня есть последняя свободная секундочка, я хочу у вас спросить, ребят, как вы думаете, что общего между цифрами 3, 46 и 2021? Все просто, ребята. Недавно я открыл статистику канала А4 и просто офигел. Из-за того, что последние 2 месяца я мало просил вас, зрители, подписываться на канал, процент зрителей без подписки вырос до 46%. Простая математика. 46% из 28 миллионов зрителей – это целых 13 миллионов неподписанных зрителей. И в 2021 году очень бы хотелось это изменить. Поэтому прошу именно тебя, именно ты, вот ты сейчас сидишь, не подписанный на канал. Я же знаю, что ты не подписан, у меня есть статистика. Потрать всего 3 секундочки своего времени, чтобы наконец-таки это сделать. И давайте наконец-таки обгоним Машу и Медведя. На них подписано чуть больше 33 миллионов. Это нам под силу. Мы можем это сделать даже за один день. Вот это будет круто. Ну а мы начинаем снимать этот крутейший ролик. Пацаны! Да я, кажется, схожу с ума. Я так рад вас видеть. Ты не кажется, ты реально с ума сошел, клоун. Правда? Это только начало, потому что дальше будет только лучше. У нас на очереди первый челлендж. Так, и что это? Я тут у вас в ангаре нашел
вот эту шикарную мусорку. И мне в голову пришла гениальная идея, почему бы не устроить с ней... Что? Челлендж. Да! Сейчас у нас будет бумажный челлендж. Все очень просто. Ты берешь совочек. Я ставлю здесь эту корзиночку. Беру эту бумажку. И с помощью мусорки пуляю ее в тебя. А ты должен ее отбить вот в эту вот корзину. Вроде звучит просто. Итак, Глент, у тебя есть 10 попыток. У всех у вас. Кто больше попадет, тот и победил. И погнали. Попытка номер один. Пли! С первого раза. Попытка номер два. Ну ты че так подаешь криво? Поехали, третья. Да ты тупо подаешь быстро, алло. Пли! Раз, два, три! Да ладно, вы чё? Хорошо, у тебя еще две попытки. Они могут решить твою судьбу, Глент, поэтому давай, серьезно. Да блин, ну блин, крученый, крученый! Финалочка. One, two, three, go! Итак, ведем подсчет. В урне у нас 4 снаряда. Идем к следующему. Это очень обидно, ребят. Там было 2 момента, когда я точно должен был забрасывать. Ладно, ничего, надеюсь на косорукость пацанов. А ты что делаешь? Выбираюсь из коробки. Я забыл добавить правила. А выбираться вы сможете только с помощью моих предметов. И за время, которое я вам скажу. Так, ну а если я... не хочу выбираться при помощи предметов, хочу при помощи рук. Тогда я добавлю тебе еще 100 слоев картона. Понял. Угу. Не нарушаю. Не нарушай правила. Привет, печенюшечка. Ну что, правила ты слышал? Теперь твоя очередь. Держи. Ага, спасибо. Раздам мне кисть. Ну, давай попробуем. Удачи, Кобяков. Это сложно. Да, видимо, удача ему пригодится. Вторая попытка. Третий раз на счастье. Ай! Да что с тобой, Кобяков? Я не знаю, что не получается. Что ты за рукожоп такой? Давай работай! Работай булками! Давай! Давай, Кобяков! Кобяков, ты чего меня подставляешь, а? Что это за фигня? Не получается, Глон. Так что видишь, что получилось? Прошу тебя, дорогой, не ударь в грязь лицом. Лох. Как говорится, наши полномочия на этом все. Это же легкотня. Я в теннис в детстве во дворе постоянно играл. Ну давай вспомним детство. Итак, барабанная дробь, первая попытка. Блин! Бум! Да что такое? Не понял. Выглядит-то очень легко. Поехали! Четвертая. Надо просто, чтоб крутило. Поехали! Есть! Вы посмотрите на лицо человека, который первый раз забил в мусорку. Есть чем гордиться. Итак, леди джентльмены, для вас бумага бьет по бумаге. Штанга. Следующий. 2. Так, важный момент, важный, 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 важный. Ну, по-моему, ясно уже, что ты занимаешь второе место. Блин, но второе не последнее. Это уже хорошо. Ну, давай, клоун, покажи, что ты приготовил нам для сегодняшней игры. Какие же предметы? Глент выбирает первый. Какая чума, да? Ага. Итак, предметы. Так, напомню, я раздаю вам предметы. Начинаете вы по моей команде. Все слышали? Да. И работаете столько времени, сколько я скажу. Глент, смотри, что я подготовил. Смотри, какая классная штука. Это смотри, а вот это смотри. Выбирай любое. Я победил? Да, черт возьми. Я победил. Дрель ручная, в принципе, неэффективная. Придется каждый раз очень тяжело нажимать. Пила очень здоровая. Так, подписчики, вот что бы вы прямо сейчас выбрали, если бы на моем месте оказались бы вы? Да, что бы вы выбрали? Что бы вы выбрали? Простите. Напишите в комменты, а я сейчас решу. Хочешь молоток? Молоток. Я подумаю. Давай, думай. М-м-м. Ты уже подумал? Я беру. Ладно, давай молоток, пофиг. Джекпот! Молоток, это хорошо. Есть острый край, есть тупой край. Вообще, в принципе, мне кажется, это самый лучший вариант. Или же я дебил. Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Это для знающих.
Выбирай! Так, дрель, пила. Я беру пилу! Пилу мне давай. Отлично. Для большого мальчика большая игрушка. Так, блин, ну и предметы в первом раунде. Ну, это, в принципе, в стиле клоуна. Сорян, Кобяков. Осталось то, что осталось. Да вообще-то нормальный инструмент. Дрель вообще чумовой инструмент. Это что, что-то из ТикТока? Ты что творишь? Под мою команду я сказал. Ладно. Итак, пацаны, я даю вам на первый раунд всего 2 минуты. Две минуты? Так мало? Так мало. Я здесь решаю. Время пошло! Что? Так, у меня, короче, молоток может... Ого! Нифига себе! Что там происходит? Вот это молоток! Посмотрите, как неплохо идет! Какой-то вандализм! Офигеть! Что это такое? Вот эту дырень он тут уже устроил. Вы просто посмотрите, что происходит. Время! Стоп! Это что, 2 минуты так быстро прошло? Время пролетело незаметно. Давайте посмотрим, сколько слоев я разрушил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 слоев, ребята. Еще осталось 92. Я тоже 8. Чуть-чуть расчистим. Посмотрите. О, нормально проковырял. У меня вот такой результат. А мне кажется, я неплохо реализовал этот самый плохой предмет. Так, инструменты на родину. Держи. Следующий челлендж. Я в ангарчике брожу, на ребятушек гляжу, все гляжу и гляжу. Сейчас я им новый челлендж сооружу. Так дай мне челлендж, что ты ходишь и поешь, уже 3 круга намотал. Сейчас мы поиграем в прилипалу. Прилипалу? Это ты прилип к нам, получается. Ты уже победил. Извини. Я прилип не к вам, а к вам, дорогие подписчики. Кстати, клоун, пока ты тут ходил, пел, я вообще-то занялся делом и кое-что себе заказал. Что? Я зашел на сайт с мерчом и нашел новую футболку. Ты даже не представляешь, насколько она клевая. Меня пожирает любопытство, я хочу узнать кое-какую вещь про этот мерч. Какую? Ну ща, еще 2 минутки, мне доставка придет. Иди встреть. Давай, пошел. Да, 2 минуты? Давай, да. Ты смотри, Глен, даже раньше пришла. Офигеть. Вот ну-ка, это сюда. Мерч. Новый мерч. Так, давайте оденем. Так вот, почему мне было любопытно. Внутри кармашка есть продолжение картинки, и никто не знает, что там. Да ты гонишь. Сейчас посмотрю. Что там? Я не покажу. Так, покажи. Офигеть. Ты можешь узнать это только если закажешь такую же майку на сайте a4shop.ru. Я после ролика этим займусь. Вот этого я вообще не ожидал. Челлендж, Глент! Новый челлендж! Ладно, что ты кричишь-то? Что делать? У тебя есть 10 шариков, и ты должен их катнуть на эту клейкую ленту. Победит тот, у кого больше шариков прилипло. Блин, мне кажется, это не так просто. Ну давай пробовать, клоун. Давай, вперед! Попробуй сначала просто катнуть. Ну, просто катнуть не получилось. Так, ладно, попробую еще раз. Что? Она точно клейкая, она точно клеится. Продемонстрируй, я не верю. Прилипла, смотрите. Да, я тебе не вру, так что пробуй. Да, хорошо, еще мягче. Оу. Это невозможно! Глент, это нежнее! Невозможно. Будь нежнее! Как будто это пирог с вишней. Ну, это, брат, слишком нежно. Есть! Дунь! Нет, не дуй, я сам, не дуй. Эй! Стоп, я не знаю, прилип он или нет. Ладно, хорошо, засчитаем это. Ой, слишком быстро, блин. Эй, поспешишь, клоуна насмешишь. Ой, Глент, Кобяков. О, кстати, а почему вы так мало уделяете Кобякову внимания этой песне? Он же намного круче тебя, Глент. Почему Глент поется в треке 2 раза, а Кобяков 1? Почему не поется Кобяков, Глент, Кобяков? Или даже лучше Кобяков, Влад Бумага? Я не знаю, как Моргенштерн написал, так и записали. Все, не лезь ко мне, да я брошу. А, ладно, давай, бросай. Попробую лайком это сделать. Я ставлю тебе дизлайк, Глент. Еще раз ты при мне скажешь слово дизлайк, я обижусь. Нет, слишком толкнул. Вот он крученый, смотрите, какой крученый. Передул. Ладно. Передул. Что-то не вижу. Да все, Глент. Надоело. Так, ведем подсчет. Итого у нас 1, 2. 2 шарика прилипло к ленте. Ну, а мы идем к Кобякову. Так, у Глента 2 попадания. Надеюсь, получится больше. Не, брат, это слишком сильно. Офигеть, я думал, она сильнее прилипает. Изи. Блин. Как в боулинг играешь, хорошо? Не очень. Ну, заметно.
Так, давай. О, это страйк! О, приклеился! Oh my god, был! Данила! Кто? А, прости, Кобяков. Так, жги! Следующий. Вперед, сила юности! Да! Ну же! Давай еще один шарик, тихо, и ты... Тихо. Молчу. Да! О, Глеб! Третий! Ты слышал этот вопль? Это вопль победы! Сухо! Да! Четыре! Давай! Правда ли? Классный челлендж придумал! Да! Обнимемся? Нет! Давай! Парус! Да! Сейчас обнимемся? Нет, дальше. Так, последний. Давай. Блин! Ну, 5, слушай, это неплохой результат. Удивил, так удивил. А 4 придется очень постараться, чтобы тебя обогнать. Пойдем, навестим его. Ну что, Влад, работаем. Больше 5 будет непросто выбить. Да. Оу, с первого раза. Давай, парень, давай. Сила тигра, мощь орла. Блин. Я рискну и попробую сразу много. А прикинь, сейчас сразу 4, на кого я обманываю? О, одна есть. 2! О-о-о! Блин, ну все, 2 сразу. Второе место. Поздравляю, Кобяков, теперь ты number one. Ого, ну мне кажется, я этим не смогу замахнуться. Я возьму маленький. Погнали дальше. Думаю, это правильный выбор, я буду делать быстрые удары и вообще прорублю все слои. Заказывали доставку, Коля Щеримощик? Я просто ржу с того, что Гленту достанется вот эта бесполезная дрель. Конечно, мне здоровый топор. Я хороший вкус. Пойду обрадую Глента. Глент, А4 передал тебе привет и сказал, что последний предмет для тебя. Ну вот что имеем. Электричество будет? Конечно, Глент. Бери, не бойся. По первым ощущениям кажется, что это какая-то фигня. Ну а вдруг наоборот, и это самый читерский предмет. Итак, ковбои, у вас 2 минуты. Время пошло. Погнали! Офигеть! Получается! Ну ты прямо Халк, чувак! От них ничего не останется от этой бедной коробки! Надо было топор брать побольше! Хотя он тоже справляется неплохо! Я пропилил до конца! Посмотри, или там выходит сверло! Посмотри, или там выходит сверло! Я не слышу! 50 секунд! Я уже устал! Ты уже устал! Давай, солдат! Тяжелая штука! Давай! Раз, два, три, два, один! Время, стоп! О! Так, подводим результаты. Вы все еще не выбрались. У меня целая рука сюда залазит. Вот это я прокопался нормально так. Я старался нанести урон везде, на всю стенку, чтобы потом это все было легко как-то обрывать. Ну, по-моему, неплохой урон я нанес и пробил достаточно много слоев. Ребята, перед новым челленджем я хочу с вами посоветоваться. Я готовлю материал для новых коробок. Что вы думаете, какие лучше сделать? У меня есть 5 вариантов. Коробки из лего, из пупырчатой пленки, из льда, из доширака или цветного скотча. Помогите вы. Напишите в комментариях, какие коробки вы хотите увидеть. Все, я на вас рассчитываю. А мы продолжаем. Тебе нужно 3 вот этих вешалки повесить вот на эту перекладину с помощью этой удочки. И я буду засекать время. Кто из вас троих сделает это быстрее, тот и победил. Врубай секундомер. Поехали. Пам-парам-пам-пам, рыбка, ловись, большая и маленькая. Быстрее, пока она под углом нужна. Эй, блин. Надо было на червя ловить. Подруливай. Давай. 47 секунд. Так, есть. Есть. И у нас 1:03. Я практически уверен, что это первое место. Я справился очень быстро. Я гений рыбалки, у меня все получится. Отлично, на счет 3. 1, 2, 3. Опа. Что-то клюнуло. 22 секунды. Ты очень дешевую удочку купил. Коробки из картона вообще. Так, хорошо. 40 секунд. Ну же, Глент. Давай. Повернись. Давай. Ну повернись. Все, стоп. It's
стоп! Да быстрее ты стоп нажми! Ну так, крючок тоже надо было снять. Время вместе со снятием крючка 58 секунд. А у Влада сколько? Минута. Минута! Кобяков, у меня на тебя большие планы и надежды. Поехали! Так, ну ворочайся. Так, так, так. О, за 11 секунд! Ну так начал, так начал-то, а? Как хочешь закончить? 33 секунды, давай! Так, давай! Ну ворочайся! Ну же, Кобяков! Ну что ж ты? 52, 53, 54! Убирай! Да! Вы посмотрите! 57,3! И Кобяков снова побеждает! Ура! Тебя сегодня прет, Кобяков! Кажется, это кусторез. Он создан, чтобы перерезать ветки деревьев. Вот его я и возьму. Клоун, я выбрал предмет. Молодец, Кобяков. Только это не кусторез, это нож для гипсокартона. Да-буду-да-будай. Предметик выбирай. Ну тут хорошие предметы. Есть одна проблема. Если пилка сломается, электролобзик больше не полезен. Но в то же время, если я ставлю электролобзик Владу, и он сможет пропилить, все, я проиграл. Я сделаю ставку на электролобзик. Блин, мне, конечно, надо что-то другое. 3 минуты! Погнали! Посмотрите, я просто... Что? Ничего себе! Пила отстой, если честно! Маленькими кусочками рубит! Что там у тебя, Глен? Да считай, я на свободе! Осталась 1 минута! У меня сломалась пилка! Ну как? На самом деле, реально, результат очень крутой. Мне кажется, я слоев 30 точно сделал. И я веду тебе финальный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Возвращаем, пожалуйста. Я пробил нереальное количество слоев, все вырезано. Возможно, я даже добрался до последнего листа. Ну, сами все видите, я стараюсь очень сильно, и мне почему-то кажется, что у меня получается пока лучше всех. Фиг знает, что там у пацанов. Глент, назрел такой вопрос. А что у тебя с прицелом? Все хорошо у меня с прицелом. Отлично, продемонстрируй. А попасть тебе нужно вот в эти мишени. Но не все так просто. Потому что делать ты это будешь с закрытыми глазами. Капец, так, ладно. А лучше отойти на безопасное расстояние. Нет, ты не попал. А мне кажется, что я слышал звук. Итого? -2! Офигеть! Те, кто подписан на мой ТикТок, знают, как я стреляю с закрытыми глазами. Но если не поняли, о чем я, зайдите в мой ТикТок, подпишитесь и узнайте. Напоследок, сейчас заценим, как это все выглядит. Там ничего не видно? Ничего не видно. Я под этой повязкой еще и глаза закрытые держу. Я попала, она не упала? Ну, типа того. Максимально вытягиваю и... Открываем глазки и наслаждаемся результатом. Блин, ну вот сейчас как раз таки и надо самый мощный инструмент. Я так лучше вижу. Вы посмотрите. Открываем глазки. Я долго ждал ничьи. Теперь мы устроим дистанционную камень, ножницы и бумага. Ну давай, Лен, готов? Да, я готов. Давай. Камень, ножницы, бумага. 1, 2, 3. Победил Глен! Да ладно! Офигеть! Аккуратненько, особо ценные предметики. Выбирай. Такой, ты из квартиры просто взял первое, что попалось? Ты что, прикалываешься? Какой магнитофон? Я что, зря в челлендже победил? Выбирай давай. Давай бутыль с водой. Во-первых, это очень тяжело. Во-вторых, это супер бесполезно. Ну, буду бить, что поделать. Кобяков. Вот тебе набор из самых важных предметов для холостяцкой однушки. Чё за бред? Какой бред? Это раритетный торшер. Ну, его я тогда и возьму. Ну, чё сказать? Будем бить. По нашей доброй традиции 2 минуты. Погнали! Да. Блин, а что если взять и налить воды внутрь моей дырки? Давай.
Оу, парни, совсем забыл сказать, в этом раунде вы можете использовать и руки. Да чего ж ты раз? Чего ты молчал? Вперед! Давай, Влад, работай! Работаю! А, работай, работай, сильнее! Работай. 15 секунд! 15, я сказал, Кобяков! Ты должен не так двигаться на 15 секундах! Ты должен рвать и метать! Рвать и метать! Стоп! Я просто как чувствовал, что можно будет пользоваться руками. Взял бутылку воды, налил в свое отверстие. Все это промокло, и я смог реально много надорвать картона. Вот мой результат. Вроде как бы много. Но по ощущениям здесь слоев 30-40. Не просто идет. На самом деле 100 слоев это очень много, и мне кажется, мы здесь будем просто вечность. Итак, Влад, я назвал этот челлендж морж. Ты знаешь, как выглядит морж? Ну, типа тюлень с такими зубами большими. Правильно. Сейчас так будешь выглядеть ты. Ты берешь китайские палочки себе в рот, и с помощью них ты должен собрать из маршмеллоу пирамидку. Видел я такой челлендж в интернете. Конечно же, я буду засекать время, и кто окажется быстрее всех, тот и победил. Пытаешься понять управление. Я готов. Конечно же, кто дотронется руками, тот проиграл. Раз, два, три, погнали. Внимание. Время? А, всего лишь 6:50. Ты даже не представляешь, что тебя ждет, Кобяков. Слышал я, представляю. Тогда действуй. Становись моржом. Поехали. Интересненько. Работает. Да, третья всегда самая сложная. Отлично, это минута 45. Легко. Глент, палочки, открывай и работаем. Ла-ла-ла. Погнали! Хорошее начало. Супер, слушай. Тек-тек-тек. Главное не торопиться. И я же говорил. Я просто сказал не торопиться. Зачем? Yeah! И ты победитель! 1:23! Да! Красавчик! А сколько у пацанов? А у Кобякова 1:45, у Влада бумаги 6 минут и 50 секунд. Да ладно, ё-моё, вот это я крутой. И у нас тут аншлаг клещей режущих предметов. Выбор сделан. Я даже вообще не буду ни на что другое смотреть. Хороший выбор, Глент, но не забываем о технике безопасности. Мне кажется, я прямо сейчас выйду. Кобяков, все для тебя. Прошу к столу. Я выбираю топор. Ну и как всегда, в этот раз почему-то у А4 не остается выбора. Как просто принять свою судьбу. Держи. Может, даже и прикольно. На счет три у вас 5 минут. И 3. О, вот это пошла скорость. Я не знаю, что там происходит с картоном. Но темп хороший. Ого! Кобяков! Походу, ты скоро откроешь нефтяное месторождение, чувак! Прошло 1.5 минуты! Влад, как дела? Смотри уже, насколько залетело! Насколько? Там хоть что-то меняется у тебя? О, вообще хорошо отходит! Осталась 1 минута! Фу, клоун, ты сумасшедший! Как можно было придумать такой бокс? Прямо музыка для моих ушей! Время закончилось! Да, тут у нас все понятно. Что там у нас у Влада? У меня осталось еще где-то слоя 2 картона, но еще... Вот столько слоев, чтобы пролезло мое тело. О, парень, так дело не пойдет. У нас еще есть Кобяков, посмотрим, чего добился он. Ровным счетом ничего. Ребята, так дело не пойдет. Вы не справляетесь. Что же мне такое придумать?
А может быть, я выдам вам все предметы, что вы заработали на все челленджи? Давай! Ладно, погнали. Глент, я прошу вас. А в борьбе с таким суровым противником, как картон, вы можете использовать все это добро. Да, пилка для лобзика ты не нашел, да? Понятно. Зачем тебе пилочка, когда ты можешь ноготочками? Руками можно пользоваться? Да, можно, чувак, можно. Пожалуйста, используй с умом. Спасибо. Ну что, ребят, получается, что скоро вы узнаете победителя. Осталось только немножечко поработать. И тебе достаются все твои прошлые предметы. И перчатки от меня. А теперь, во имя святого картона, испытание продолжается! Кто первый выбирается, тот и победил! Погнали! Я чувствую, что выход совсем уже близко. Пока дам дрель остыть, надо по чуть-чуть. Иди сюда. Как-то крипово немножко, вы не находите? А, это небезопасно! Вы посмотрите, у нас тут есть живая рука. Эй, мне кажется, у тебя там вместо призов какие-нибудь противные приколы. За кого ты меня принимаешь? За клоуна с канала А4. Приятно, когда меня знают. Давайте, парни, совсем чуть-чуть осталось. Поднажмите. Боритесь. Работаем. Ну же, вперед, вперед. О! Да! Давай, Глентик, давай, жги! Пытаюсь вылезти. Так. Ёшки-матрёшки! Это что? Это победитель! Вы я победил! Я победил! Ребята, тут вообще напряженная борьба. Пофиг, что я устал, пойдемте понаблюдаем. Так, смотрите, две пилы соревнуются друг с другом. Пила Кобякова и пила А4. Фух. Если давать краткий комментарий... Какой это... краткий комментарий? Вообще-то я тут ведущий. Так, если давать краткий комментарий, то мы пока не знаем, кто из них будет вторым, а кто третьим. Похоже, Кобяков выбрал себе неподходящий предмет. О, А4 пошел ва-банк. Смотри сюда! Кто там? Ну что, рождение! А4 3-0! Есть! С днем рождения! Вылазь! Как я вспотел! У меня руки намозолились! Второе место, это тоже офигенно! Фух! Блин, знаете, ребята, у Глента были все электронные предметы, а у меня все механические. Грубо говоря, я 100 слоев порвал руками своими. Вот я старался, рвал. И знаете, о чем я думал? Что меня мотивировало? Ваши лайки, я только об этом и думал. Лайки, это важно! Поддержите лайком за старание. Пойдем посмотрим, что там у Кобякова. Помогите. Кобяков, ты что, сдаешься? Да. Все, третье место. Да. Да, все, можешь выбираться. А ничего, не настоящее? Конечно, настоящее. Настоящее с картона, наверное. Короче, вылазь. Пацаны, помогите. Что такое, Кобяков? Третьему месту не помогаю. Так, все, не расслабляемся, идем на награждение. Все на награждение. Кэш, кэш на награждение. Дамы и господа, мальчики и девочки, все действующие лица в сборе. Начинаем распределение подарков. Вы этого ждали? Интересно, ну и в тот же момент немножечко страшно. Я тебе не доверяю, клоун. Я сам себе не доверяю. Смотрим, да? Кто первый? Так, первый? Давайте первое место. Глент. Накажи. Не, все нормально, походу. Победитель 3000 баксов! Да-да-да-да! 3000 баксов это прекрасно, но есть нюанс. Награда. Фу, это просто слово награда. Я думал там, но ты должен отдать их третьему месту. Вот это клоун постарался, чек! Роспись, как у клоуна, К, М. Ох! Глент, поздравляю, это твои деньги. Бабки на ветер. Вот ради этого ты боролся. Потрясающие наземные шарики, что может быть лучше?
Ты же рад, Влад? Мне нравится вот такое сочетание. Реально клевое. Это все, да? Ну ты же понимаешь, что деньги это не главное, а вот веселые игрушки пригодятся всегда. Подписчики, он вас там просил подумать ему материалы. Так вы ему еще идеи для подарочков, пожалуйста, напишите. Может вдохновиться. Кобяков! Ой, бумажка. Наказание. Клоун, поподробней. Да, Кобяков, становись сюда, руки по швам, закрой глаза и стой смирно. Ага. Ты понимаешь, что он сейчас наказание за весь ролик отыграется? Для третьего места у меня особый коктейль. Добавим немножечко сливочек. Добавим колы. Замечательно. Немножечко пюрешки. Ягодная полянка. Звучит довольно вкусно. Поэтому грех не добавить. Вот икорное масло это на любителя. Но мы же будем с ними жесткими. Добавляем. Свекла тертая. Полностью и бесповоротно. Гвоздь программы – соленые огурчики. Добавим просто рассольчика. В заключении у нас будет сгущенка, чтобы скрасить горькую пилюлю. И в любом рецепте все нужно что сделать? Правильно, перемешать. Вуаля! Наказание готово. Так, Кобяков, все в порядке. Не переживай. Просто в следующем челлендже постарайся выиграть. Да, Кобяков, постарайся. Что это? Это какой-то прокисший борщ, Кобяков. Ну что, мой челлендж закончен. Надеюсь, вам понравилось. Ну что, ребята, это было реально круто. Ставьте лайки. Ой, я это сказал. Ну как-нибудь ставьте, но не ставьте. Ну типа лучше нам, но не клоуну. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Глент Кобяков, клоун. Всем пока-пока. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал.